Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что Зангезурский коридор обязательно будет запущен. 40-километровый Зангезурский коридор, отделяющий нас от Нахчевана, будет открыт, сказал Алиев в интервью государственному телеканалу АСТВ. Президент напомнил, что открытие этого коридора является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. После подписания документа рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России предприняла очень серьезные шаги по этому вопросу. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Азербайджан выполнит все свои обязательства, отметил он, добавив, что российские железные дороги являются владельцами железных дорог Армении. Поэтому мы этот вопрос больше обсуждаем с российской стороной, подчеркнул глава государства. По словам Ильхама Алиева, соединение Зангилана, расположенного в восточном Зангезуре, с западным Зангезуром, являющимся исторической территорией Азербайджана, с последующим соединением Нахчевана с Турцией через Ордубад, будет нашим следующим историческим достижением. «У меня нет сомнений, что так и будет. Азербайджан делает все от нас зависящее, чтобы с реализацией этого проекта не возникало никаких проблем», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Sahiptir, ona deməli məxsusdur Ermənistan dəmir yolları. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır və əminəm ki, bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur.